بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الدائمة على آدائهم أجمعين إلى قيوم يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي سيوستري Мы продолжаем наши уроки, посвященные вопросам исламских убеждений. На предыдущих уроках мы начали новую и важную тему, тему справедливости Бога. И сказали, что относительно данного вопроса имеются определенные разногласия. И чтобы понять, в чем заключается суть этих разногласий, несмотря на то, что все мусульманские течения единогласно утверждают о наличии у Бога атрибута справедливости, то есть все считают Бога справедливым, никто не считает Бога несправедливым, никто не приписывает Богу несправедливость. Несмотря на это, имеются разногласия. И чтобы понять, в чем заключается суть этих разногласий, мы разобрали очень важный для этого вопроса, для понимания этого вопроса, очень важный вопрос, связанный с тем, что является основой, источником того, что то или иное деяние является хорошим, а другое деяние является плохим. Почему плохие деяния являются плохими, а почему добрые и хорошие являются добрыми и хорошими. И в связи с этим мы упомянули, что имеются здесь разногласия. Именно эти разногласия являются источником разногласий в вопросе справедливости Бога. Ашариты считают, что источником является мнение Бога, источником является запрет Бога или приказ Бога. То есть Бог является источником того, что то или иное деяние является хорошим, а другое деяние, какое-то другое деяние является плохим. И таким образом ашариты утверждают, что Бог справедлив. Что бы он ни совершил, он является справедливым. Потому что мерилой справедливости деяний является то, поступает ли таким образом Бог или не поступает. Приказывает ли это деяние Бог или не приказывает. То есть то, что приказывается Богом, есть самое, что ни на есть, справедливость. И этот приказ является источником справедливости, и доброты деяния. И другая точка зрения, утверждающая, что нет, добром деяние является не потому, что Бог так приказал, а наоборот, Бог так приказал, потому что деяние само по себе доброе и хорошее и полезное. Таким образом, сторонники второй точки зрения, коими являются мотезлиты и шииты и мамиты, утверждают, что нет. Если бы Бог не приказал бы человеку абсолютно ничего, не приказал бы совершать тельные деяния, например, совершать благотворительность и не запретил бы другие деяния такие как убийство, ложь, воровство и так далее, то даже в этом случае, даже при отсутствии этого приказа, при отсутствии какого-либо откровения, какого-либо небесного учения, даже при этом, Человек понимал бы, что есть хорошо, а что есть плохо. Даже при этом человек должен был бы руководствоваться тем, что то или иное деяние является справедливым, а какое-то другое является несправедливым. Таким образом, вторая точка зрения утверждает, что источником, сами, источником этих свойств деяний не является приказ Бога что сами деяния сами по себе обладают этой характеристикой, этими особенностями, этими качествами. И именно поэтому Бог приказывает совершать те или иные деяния и запрещает те или иные другие деяния. Таким образом, мы видим очень большую разницу между этими точками зрения. И согласно и сторонники второй точки зрения утверждают, что так же, как и сторонники первой точки зрения утверждают, что Бог справедлив. Но не потому, что все, что делает Бог, является справедливым, не потому, что деяние и приказ Бога является источником справедливости, нет, а потому, что Бог не нуждается ни в чем, он является совершенным, самодостаточным и поэтому совершает деяние наилучшие, наисовершеннейшие, наисправедливейшие. И также приказывает соответствующие деяния и запрещает то, что является несправедливостью и злом. Но по поводу того, на что они аргументируются, чем они аргументируют справедливость Бога, мы еще поговорим. Сейчас нам главное понять и важно понять, в чем же является разница между этими двумя мнениями. Разница... Вы должны были заметить вполне себе понятное и очевидное. Сторонники первой точки зрения, то есть аж ариты, считают, что Бог наугад, Бог наугад, приказывает одни деяния и запрещает другие деяния. И здесь у Бога нет никакой цели, никакой, никакого мотива, реального внешнего мотива здесь они не наблюдают. Здесь невозможно обнаружить никакого мотива в приказах и запретах Бога. Почему? Потому что деяния сами по себе не обладают справедливостью, несправедливостью, добром или злом. Этих качеств у тех или иных деяний просто-напросто нет. Поэтому Бог наугад приказывает те деяния, которые приказывает и запрещает те, которые запрещают. В отличие от сторонников второй точки зрения, которые утверждают, что нет, это происходит не наугад, Бог приказывает деяния, потому что они обладают пользой для человека, потому что они являются добром, потому что они являются справедливостью и запрещает, потому что они являются несправедливостью и злом и наносят вред человеку. И таких точек зрения, таких моментов, таких важных моментов, которые отличают одну точку зрения от другой, огромное множество. И также необходимо заметить, что согласно сторонникам первой точки зрения, Бог может поступить и иначе тому, что поступает. То есть Бог может, например, наказывать Адам, вечным Адам наказывать праведников. И наоборот, награждать вечным раем и вечным блаженством, вечным наслаждением грешников и преступников. И это, согласно сторонникам первой точки зрения, является сам, самой справедливостью, самим добром. Почему? Потому что именно то, что Бог так поступил, является источником того, что это справедливо, что это является добром. Но сторонники второй точки зрения, то есть мотозлиты и Шииты и Мамиты, утверждают нечто другое. Они говорят, что нет. Бог... Если бы так поступил, это было бы несправедливо. Если бы Бог так поступил, это было бы несправедливостью со стороны Бога. А раз так, значит, Бог так поступить не может. И как мы видим, здесь есть огромная разница между первой точки зрения и второй точки зрения. И это разногласие в данном вопросе и является источником как уже было сказано ранее, причем неоднократно, является источником разногласий относительно справедливости Бога и понимания справедливости Бога. А теперь давайте разберем доводы и доказательства мутазилитов и шиитов и мамитов относительно справедливости Бога. Чем они аргументируют то, что Бог справедлив и не может творить несправедливость? Здесь, конечно же, имеются множество доказательств, в том числе и священных текстов, и аргументов разума. И среди священных текстов мы обнаруживаем ряд аятов священного Корана и преданий от непорочных, которые свидетельствуют о том, что Бог справедлив. Например, «Вам Аллах юриду зульмен лиль ибад, что Всевышний Бог не хочет несправедливости для своих рабов. Или же другой от священного Корана «Фалияума ла тузляму нафсун» что в этот день никто, то есть судный день, никто, абсолютно никто не будет ущемлен. Все получат по заслугам то, что заслужили, по справедливости. Эти аяты являются, эти и множество других священных текстов, являются ясным свидетельством того, что Бог справедлив. Но помимо этого имеются и аргумент разума. Аргумент разума, один из аргументов разума, заключается в следующем. Несправедливость имеет определенные причины. То есть Человек или кто-либо другой, который совершает несправедливость, зло, он совершает согласно определенным мотивам. То есть имеются определенные причины, которые подталкивают его к этим действиям. Что может быть причиной несправедливости, зла и гнета? Например, невежество. Человек не знает, что то, что он творит, является несправедливостью. Не знает, что то деяние, то преступление, которое он совершает, ущемляет чьи-то права, наносит кому-то вред и так далее. То есть одной из причин несправедливости может быть невежество. Если мы обратим свой взор на единого Бога, то мы увидим что и заметим, что он лишен этого недостатка, что он является всезнающим. И поэтому причины несправедливости Бога Отсутствие знания и невежества быть не может. Другой причиной может быть то, что творящий несправедливость вынужден это делать. Например, человек хорошо знает, что воровать плохо, что это несправедливо. Но при этом он вынужден. У него нет никакого другого выхода. Его заставляют, например. Хотя это не совсем вынужденность, потому что выбор все равно остается. Но предположим, что он оказался под давлением. Может ли Бог оказаться в такой ситуации, чтобы совершить несправедливость? Конечно же, нет. Другой причиной может быть нужда. Например, человек нуждается в денежных средствах для того, чтобы вылечить своего ребенка, прокормить свою семью, а своими собственными усилиями этого добиться и достичь не может. Поэтому вынужден отбирать имущество и деньги у других. То есть нужда толкает его на несправедливость и преступление. Есть ли у Бога нужда? Конечно же нет. Он всезнающий, всемогущий и самодостаточный, ни в чем не нуждающийся. Поэтому этой причины мы в Боге также не обнаруживаем. Еще одной причиной может быть то, что Бог, творя несправедливость, хочет поиграться со своими творениями еще одно предположение, еще одна причина, почему Бог может творить несправедливость. Но мы знаем, что Всевышний также лишен этого недостатка. Всевышний превыше того, чтобы играться, потому что игра предполагает нужду, а как мы уже сказали, что никакой нужды у Бога нету. Нету нужды у Бога в том, чтобы развлекать самого себя. Бог совершенно ни в чем не нуждается. Таким образом, и помимо этого мы имеем от священного Корана. Мы не создали творение небеса и землю, то, что находится между небесами и землей, для того, чтобы играться с этим. То есть творения, как утверждает священный Коран, были созданы не для того, чтобы играться. Поэтому нет никаких причин, нет никаких мотивов которые могли бы подтолкнуть Бога к совершению несправедливости. Наше время подошло к концу. Я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум. Рахматуллахи ва баракету.